Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, и добро пожаловать в новую серию защиты сральника прямо в Майнкрафте. Как видите, мне купили вот такой небольшой сувенир. Сральник с Алтая. Сральник-копилка, можно так сказать. И прямо сейчас я буду защищать его. Кто живет в горном Алтае, ставь лайкусик. Да на самом деле, даже не те, кто живут в горном Алтае, а все, кто сейчас смотрит этот ролик, и ты в том числе. Не смотри так даже на меня. Мол, Эдисон, ты со мной разговариваешь? С тобой прямо сейчас разговариваю. Смотри мне в правое очко. Вот сюда. Вот в это очко мне смотри и ставь лайкусик, если хочешь продолжение. И, кстати, ребят, что я вам еще хочу сказать. Те, кто не знают... Опа! Эдисон! И здесь огромный такой перец. Ты. Возможно... Ай, жопой стукнулся. Возможно, кто-то не знает, но у меня есть собственный магазин одежды, где вы можете купить такие прикольные вещи. Свитшоты, футболки, майки для женщин, для мужчин и прочее. Ссылочка на мой магазин есть в описании. Кто купит что-то, сфоткается, выложит фоточку в мою группу ВКонтакте или в Инстаграм, я обязательно его найду, пролайкаю и напишу коммент. Это просто тебе на заметку, чтобы ты знал. А сейчас у нас много всяких интереснейших дел. И в этой серии, как мы все прекрасно понимаем, мне нужно будет прямо сейчас сразиться с Гренни. Бабка Гренни. Кто не знает суть этой рубрики, то монстры оживают только тогда, когда наступает ночь. Днем, утром, вечером они как будто заморожены, то есть они вообще не двигаются. Они оживают только тогда, когда солнце заходит за горизонт. И всякие демоны вылезают из преисподней прямо на меня. Поэтому нам сейчас нужно будет подготовиться. У меня есть еще 4... железных слитка. Это все, конечно, очень прикольно и прекрасно. 4 железных слитка у меня есть, зато у меня нет ни одного камушка. Мне нужен камушек для того, чтобы скрафтить себе печку. С печки я себе переплавлю железные слитки. Ёперэсэтэ! Вы только посмотрите на этот Хэллоуин! Реально, просто столько всяких зомбарей, всяких столько монстров, с ума можешь зайти. Жители, простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста, но, как вы все сами прекрасно должны понимать, мне камень сейчас намного больше нужен, чем вам. Вы этим колодцем даже не пользуетесь, а у меня есть камень, мне интересно. А у меня же есть камень 2, извините, я не хотел, но все же вы этим колодцем не пользуетесь, поэтому пошли в пень. Я сейчас иду домой. Сейчас, подождите, да, я нормально облокочусь на кресло, чтобы мне было удобно сражаться с Гренни. Сейчас... Мы с вами скрафтим одну печку. Смотрите, крафтим печку и ставим ее. Я пока что не имею представления куда, потому что места у меня в принципе вообще не так уж и много. Давайте поставим сюда, а золотой слиток вот сюда. Сейчас ставим сюда железную руду и также уголь. Прекрасно. Сейчас это все пережарится, потом мы себе сделаем хотя бы шлемак. Катеридзе. Не хворай. Перчик! Сегодня у нас предстоит жестокая битва. Будет много крови. Ты готов рвать задницы всем? Перчик! Ну, в принципе, я так и думал, Перчик. Ты всегда молодец, ты всегда готов за мной идти в бой. Поэтому 99% всех грени тебе, а я одну вот эту большую задавлю, хорошо? Я знаю, то, что ты смогёшь, умеешь, практикуешь, Перчик. Я уверен, я верю в тебя, Перчик, удачи тебе. А ну давай сам вообще всем там задницы разори, я тут буду с Катеридзой. Давай, Перчик, удачи, иди на фронт, удачи, вернись здоровым, невредимым. Удачи, Перчик справится. А мы с Катюхой пойдем спать, пошли. Не, я не могу спать, потому что монстры рядом. Ладно, ничего страшного, смотрите. А, я не могу себе шлем скрафтить, я скрафчу себе ботиночки. Скрафчу ботиночки и, в принципе, все хорошо. Кать, я сейчас отправлюсь. Надеюсь, то, что со мной... Я дебил? У меня 2 печки в инвентаре были, а я зачем-то крафтил вот это. Я не дебил. Просто день сложный был. Ладно, выложим их сюда, ничего страшного. Берем! У нас есть граната, у нас есть пистолет. Так, подождите, какой главный мой пистолет? М9 Беретта, вот это. У меня есть 15 патронов, в принципе, очень даже хорошо. Дальше, мне нужен еще один пистолет. Возьмем вот этот. Здесь у нас 8 патронов, прекрасно. Здесь у нас 0 патронов, это мы потом выбросим. Здесь 2 патрона на всякий случай, окей, пускай будет. И вот здесь у нас сколько, и здесь у нас тоже 0 патронов. Все хорошо, это мы потом выбросим. В принципе, прекрасно, патрончики у меня есть. У меня в запасе только одна золотая монета, я ее выложу вот сюда, чтобы не прокакать. У меня еще лава есть, на всякий случай. Хорошо. Ребят, вы готовы приступать?
перчик, если мы справимся, если мы выживем, я тебе куплю кость. Кость бабки Гренни. Будешь ее грызть до конца жизни. Мне кажется, хоть она и старая, и демоническая, но в любом случае, мне кажется, она сгодится на то. Подождите, а как мне сейчас призвать этих Гренни, если я сейчас сюда наступлю, и эта мина взлетит на воздух, и все здесь раскромсает? Поэтому хорошо, давайте будем делать вот так. Я залезаю вот сюда. Вот сюда. Давайте, курицы конопатые, давайте! Вы думаете, то, что я вас не смогу? Три, через две, через одну секунду взрывается. Офигеть, скольких я сразу же убил, да? Ой. Бабки Гренни, ну давайте, вы в принципе можете даже не гореть, можете идти сюда, я вам даже проделаю здесь путь, потому что золотые монеты мне все же нужны. Бабки Гренни. А вы смотрите, они даже не могут сюда... Если вы не можете сюда протолкнуться, давайте погорим. Вашего внука знаю, Мария Ивановна, вашего внука. Хулиган еще тот. Вчера, короче, видел, мимо пятерочки он проходил, взял булыжник, мать вашу, и в стекло кинул. Разбил чертовой бабушке все стекло. Я такой: Кириллушка, ну что ты делаешь? Я ж твою бабку знаю в лицо. Всю жизнь воевали с ней на фронте, а ты такую хрень делаешь. Так я ж сейчас расскажу все твоей бабке. Он такой: знаешь, что он мне сказал? Он достал, короче, сигарету, закурил и сказал: да я тебя в рот! Я такой: ну хорошо, тогда я скажу все твоей бабке. И как вы понимаете, я сейчас все вам рассказываю. Хватит меня бить, вы понимаете то, что вы меня почти... Мария Ивановна, тут курица какая-то конопатая, подожди! Не надо меня бить, все нормально. Мария Ивановна, подойдите сюда, пожалуйста. Я вас здесь жду. В принципе, знаете что? Перчик! Сейчас, подождите. Я вам сделаю проход, потому что я хочу, чтобы перчик вам лично задницу отгрыз. Ага, подходите. Проходите, пожалуйста, вот в мой двор, заходите, да. Короче, смотрите, живу я здесь, ну я не знаю, примерно 5 месяцев. А справа от себя вы можете наблюдать лес. Слева от себя вы можете наблюдать тоже лес. Здесь перчик в бой. Перчик, ты не трогай моего перца, кобыла. Перец! Перчик, надери задницу, давай! Фаст, перчик! Фаст! Она сейчас перчика вырубит! Конопатая, иди вон! Она меня сейчас тоже вырубит, она все... Так, хорошо, патроны, у меня нет патронов. Перчик! Твою мать! Как так? Перчик, не трогай перца, собака! Ты сутулая. Ты что? Ты иди сюда. Да хватит! Ты чё, офигела, кобыла старая? Ты чё такая сильная? Подошла сюда! Иди сюда! Подойди, пожалуйста! Через мину! Ты дура! Да твою мать, да зомбари проклятые! Да отстаньте вы от меня! Не вздумай даже меня бить! Подождите! Перец воскрес! Перчик! Хватай её за сраку! Хватай! Перчик! Ну, перчик у меня как бы необычная собака. Ага. Я не знаю. Да! Ну, ты, конечно, любишь задницу асфальт чесать, как я вижу, перец. Да. Я к тебе обращаюсь. В принципе, ты очень даже хорошо справился. Я тебя поглажу. Молодец, перец. Молодец. Восстанавливай здоровье, ты этого заслужил. Так, сколько там выпало золотых монеток? Ёперес, это 20 золотых монет выпало с этих кобыл. Опа! 21 золотая монета выпала! Прекрас! И мы пережили ночь. Как видите, уже наступает утро. Ёшкин кот, мы справились. Хоть перец умер. Перец воскрес, конечно. Он не умер, точнее. Давайте будем честны друг с другом. Он не умирал. Она просто его... контузила, он такой: упал, и такой, типа, без сознания лежит, потом такой: опа, кобыла старая, я тебе сейчас пятки откушу. Встал, откусил перец, молодец, дай тебя поглажу. Хорошая собака. Плохая собака! Слушай, иди сюда, я ж тебя просто погладил, смотри, что ты любишь? Держи картофанку, перец есть картошку. Кушай, молодец мой, 21 золотая монета.
мне кажется, ребята, или все же Мину стоит оставить здесь на следующую серию, потому что я даже не знаю, кто сможет появиться в следующей серии, и скорее всего нам нужно будет обороняться. Я пришел с фронта, я вернулся с войны, Катя. Я жив-здоров. Где борщ? Борщ. Жду борщ. Я пошел говорить с рядовым Петровичем и Афанасием. Рядовой Петрович, что у вас есть? Так, за 20 золотых монет, за 21, ну, даже за 22 золотые монеты, потому что у меня одна золотая монета еще вот тут есть. Катеридзе, извини, не в этот раз маникюрчик ты себе сделаешь, в следующий. Это шутка, если что. Так, подождите. А у меня вроде... Я дебил, у меня было еще 30 патронов. Так почему же я не перезаряжался и почему же я их не использовал? У меня такой вопрос. Рядовой Петрович, я дебил? Я, в принципе, так и думал, поэтому все нормально. Ох, ладушки, оладушки, сырники, мармеладушки. Не буду я тогда пока что ничего покупать, я куплю в следующей серии на этой... Эта хрень даже до меня добралась. Идите в сраку, идите, смешарики, не надо, пожалуйста. Вы что, издеваетесь? Хорошо то, что они на меня нападать не будут. Йоп, РСТ, ма... Йоп, йоу. Кто там такой наглый? Кто там такой наглый у нас появился? Я с тобой тоже разберусь, Копатыч, Куропатыч, Мармеладыч, Заячатыч, Бобрук, Бобер. Ребят, я не знаю, я никогда в жизни не смотрел смешарики, я жил вообще в другой стране, в Европе, поэтому я даже не представляю, что это. Я о них узнал только тогда, когда я переехал, поэтому фиг его знает, что это такое. Кстати, я обращаюсь для тех, кто почему-то, наверное, не знаю, возможно, не видел предыдущую серию «Защиты дома». Если сейчас этот ролик смотрит такие, возможно, ты не видел предыдущую серию, возможно, тебе будет интересно ее посмотреть. Прямо сейчас надо мной появится подсказочка. Ты можешь перейти, нажать на нее и посмотреть предыдущую серию. Мне будет очень приятно. Готов? Все готовы? Хлебанем кофейка? Раз, два, три, опа! Прямо сейчас надо мной нажимай, пожалуйста, на подсказочку, переходи и смотри предыдущий ролик. Мне будет приятно. А сейчас, ребяточки, перец! Ты схавал картошку? Смотрите, какой молодец, он реально схавал картошку. Держи еще одну. Так, прямо сейчас с Катеридзой дома мы будем заканчивать эту серию. Я сижу на башке медведя, как вы все прекрасно это видите. Тут на самом деле удобно, можете даже не спрашивать. Ребят, я скажу вам огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть следующую серию «Защиты дома» как можно скорее, ты знаешь, что нужно делать. В первую очередь, подписаться на канал, нажать на колокольцы, чтобы никогда не пропускать новые серии, никогда не пропускать мои стримы, поставить лайкусик, и я вам скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Thank you.